Всем здоров! 5 января 2010 года небольшая студия Visual Games положила начало большой вселенной, выпустив игру под названием Darksiders. В 2012 году вышла вторая часть, спустя 6 лет в 2018 году третья, и вот в 2019 году вышел приквел под названием Darksiders Genesis, который к основным событиям серии отношения почти не имеет. Каждую из них я прошел не один раз, кроме Genesis, третий даже выбил все достижения, прочитал все официальные комиксы, тем не менее, речь сегодня пойдет, на мой взгляд, о самой лучшей второй части серии Darksiders 2 Death Lives. И прежде чем перейти к обсуждению сюжета игры, нужно понимать, что он очень тесно переплетается с сюжетом первой части, да и вообще все номерные части серии разворачиваются вокруг одного события – преждевременно начавшегося апокалипсиса. В этом и особенность серии Darksiders по сравнению с другими играми. Здесь не имеется четко прослеживаемой хронологической последовательности, а точнее будет сказать преемственности, то есть события каждой последующей части не продолжают историю предыдущей, а являются ответвлениями, дополняющими сюжет все той же первой части. Итак, краткий экскурс по событиям первой части, для общего понимания ситуации. Не бойтесь, спойлеров не будет. С самого сотворения вселенной два царства ангелов и демонов вели между собой нескончаемую войну. В процессе их распри были уничтожены многие миры, истреблены народы, утрачены ценные знания, но вот неким могущественным существам, зовущим себя обугленным советом, это все как-то надоело, и они решили обоих угомонить, сказав, что третье царство, людей, пока еще слишком слабое, чтобы на равных бороться за свое место во вселенной. А потому давайте сложим оружие и подождем, пока они не наберут достаточно могущества. Вот тогда и выясните, кто из вас круче. И что самое интересное, ангелы и демоны послушались обугленный совет, ибо у них на службе были четыре всадника апокалипсиса – смерть, война, раздор и ярость. Единственные оставшиеся представители своей расы – нефилимы. Усиленные мощью совета были весьма компетентны в плане уничтожения всего, что движется. Перемирие, называемое равновесием, было скреплено семью печатями, при уничтожении последней из которых официально начинался апокалипсис, и всадники приступали к своим прямым обязанностям. И вот начинается непосредственно событие. События первой части. Один из всадников, война, прибывает на землю и видит ее охваченную хаосом. Ангелы и демоны рвут на куски людей друг друга, уничтожают все вокруг, но чего, а точнее кого он не видит, так это своих братьев. Пройдя чуть дальше, порубив попутно парочку ангелов и немножко демонов, он встречает истребляющего зло Авадона, сильнейшего полководца и командира армии небес. What is this? Where are my brothers? This cannot be. The final seal. Который, завидев войну, охренел так, что стал легкой добычей одного очень сильного демона, которого зовут Страга. Тут теперь охренела война, а затем принялся за выполнение своих прямых обязанностей в отношении Страги. Однако по ходу схватки войну кто-то дико понерфил, и Страга одерживает верх. Так как война нефилим, которым в рай и ад дорога закрыта, то попадает он на суд к обугленному совету, который обвиняет его в преждевременном начале апокалипсиса и приговаривает к смертной казни. Все доводы подзащитного совет слушать отказывается, однако война предлагает сделку. Его отправляют на землю, где он отыщет виновных и предоставит их суду, тем самым доказав свою невиновность. Прибывая на опустошенную землю, война узнает, что прошло уже примерно 100 лет, как он здесь был последний раз, а демоны под руководством некого разрушителя победили и разгромили армию небес. Далее война по ходу сюжета выполняет свои прямые обязанности и докапывается до правды через парочку интересных сюжетных поворотов. То, что я описал, это завязка не только первой части, но, как я говорил, и всей серии. События Darksiders 2 начинаются с того момента, когда война находится на суде обугленного совета и оканчивается ровно с концовкой первой части. То есть события обеих игр по большей части разворачиваются параллельно и дополняют друг друга, тем не менее, являясь сюжетно довольно независимыми. Итак, Darksiders 2 доводит до идеала и дополняет каждый отдельный элемент первой части. Главный герой, сюжет, игровой процесс, ролевая система, боевка, локации, зрелищность – каждый из этих аспектов сделан очень качественно и интересно. Но давайте по порядку. А начнем с главного героя и сюжета. Как я уже говорил, несмотря на переплетение сюжетов обоих игр, тем не менее, они являются сюжетно довольно независимыми, по следующей причине. Если первый Darksiders сконцентрировался на событиях и причинах преждевременного апокалипсиса, то история второй части – это прежде всего история о главном герое.
смерти, который, в отличие от прямолинейного на протяжении всей первой игры войны, для которого главная честь, принципы, справедливость и чего же греха таить месть, то смерть более прагматичен в этом плане. Более сдержанный, рассудительный, рациональный и не мудрено, ведь смерть старше из всадников и более того один из самых первых созданных нефилимов. Узнав об обвинениях, которые шьют его брату, смерть втайне от обугленного света, без всяких сомнений в его невиновности, отправился искупать его грехи. Причем способ, который он выбрал, на первый взгляд кажется довольно радикальным и даже безумным, тем не менее является возможно наиболее справедливым. Смерть хочет отыскать древо жизни и воскресить человечество, тем самым просто стерев само преступление. Для этого бледный всадник отправляется к старейшему ворону, представителю расы древних, который хранит множество секретов и знает, как помочь всаднику в его деле. Однако старейший ворон, к сожалению, пребывает не в лучшем расположении духа из-за чудесного амулета, содержащего в себе души всей истребленной некогда всадниками расы нефилимов, то есть их братьев и сестер. You will take it back. In exchange for its secrets, you agreed to keep the amulet. No. The voices, they curse and threaten without end. They cry to return. You must destroy it! На требование забрать амулет обратно, смерть отвечает отказом, что сильно злит старейшего, который принимает облик войны в надежде деморализовать бледного всадника. Однако на такие дешевые фокусы смерть не ведется, и фокусник оказывается прохерачен насквозь лезвием косы с просьбой открыть портал к древу жизни. Из последних сил старейший ворон раскалывает амулет и вонзает его осколки смерти в грудь, тем не менее все же открывает портал, в который засасывает всадника. Оказывается, наш жнец в землях творцов, которая охвачена новой вселенской заразой, порчей, из-за которой живые мутируют страшных тварей, земли меняют свой облик и увядают, но на такой случай творцы создали так называемого стража, громадного каменного колосса, который должен уничтожить главный росток порчи в землях творцов в виде ока Саура, огромного желтого глаза с тентаклями, преграждающего путь к древу жизни. Однако страж немного не в состоянии что-либо делать, ибо он не закончен, в том плане, что оживить камень можно только наделив его душой. Для такого огромного, как страж, нужны целых 3 души творцов, а без них он не более чем груда камней. Благо, души в виде кристаллов уже готовы, осталось только установить их стража. Конечно же, есть подвох, не может быть все так просто, но в итоге око тентакли уничтожено, и мы подходим к древу жизни, где смерть встречает старый знакомый, с которым у них были весьма близкие отношения. Нет, не это. Они братья. Вот только что между ними случилось, я опущу, ибо спойлеры. Ну а дальше оказывается, что древо жизни — это не столько конечный пункт, сколько портал в другие миры, пройдя через серию которых, смерть попадает в источник душ, где окажется перед очень сложным моральным выбором. Спасти брата и обменять души нефилимов на воскрешение человечества, или воскресить своих братьев и сестер, и тем самым искупить свою вину. We've no idea what I must do next. It is quite simple, and yet most difficult. Смерть в игре вначале предстает как непоколебимый воин, который всегда добивается того, чего хочет, тем не менее, по ходу сюжета мы видим бледного всадника и злым, и сочувствующим, и разочарованным, и растерянным. Таким образом, от начала и до конца игры образ смерти в глазах игрока претерпевает некое очеловечивание, и ты просто эмоционально привязываешься к персонажу. И за этим процессом действительно интересно наблюдать, не только благодаря грамотно выстроенному сюжету, прописанным диалогам, но и великолепным актерам озвучки в лице Майкла Уинкотта. К сожалению, в русской озвучке, на мой взгляд, из саркастичного ублюдка его сделали ироничным ублюдком. Поменялся тембр и тон голоса, то есть потерялась некая жесткость и сухость его речи. Так что рекомендую играть в английской озвучке. His reign is eternal, his word is law, and his time is invaluable. I ensure that he need only speak with those who are worthy. Then you must rarely see him, Chancellor. Тем не менее, следить за сюжетом довольно увлекательно. Особый шарм повествованию придают стилизованные рисованные анимации в виде выцветшей бумаги и закадровый голос. Такое действительно очень редко встречается в современных играх, но в Darksiders 2 эти моменты вплетены крайне органично. Но не стоит думать, что таким образом разработчики облегчали себе работу над визуальной частью, ведь в лучших традициях жанра экшен-РПГ, а именно к этому жанру относится Darksiders 2, присутствуют и очень эпичные, зрелищные катсцены на движке игры,
с пролетами камеры, интересными ракурсами и, конечно же, невероятно красивым музыковым сопровождением, созданным известным композитором Еспером Кидом. Вы наверняка слышали его композиции в игре Assassin's Creed, например. И лично для меня саундтрек из Darksiders 2 является одним из лучших, наравне с The Elder Scrolls Skyrim и Forza Horizon. А подписчики, смотрящие мои видео, спасибо вам большое, наверняка слышали на фоне вот эту композицию. Которая является ремиксом одноименной музыки из Darksiders 2. То есть, как минимум, несколько композиций вам почти наверняка понравится и запомнится. От прекрасного эмбиента до динамичной оркестровой музыки. Darksiders 2 можно смело отнести к жанру Metroidvania, и его особенностями является полуоткрытый большой мир, доступ ко всем частям которого открывается по мере прохождения сюжета и получения особых способностей, а также элементы платформера. Сама карта разделена на 5 крупных зон, не считая DLC, причем каждая зона радикально отличается по стилистике от других. Это и речки, и леса земель творцов, увядающие и тлеющие в прямом смысле земли мертвых, наполненная светом пристанище ангелов, утренний свет, прокаженный разрушающийся обитель демонов под названием Черный Камень, ну и конечно же вы сможете запечатлеть землю, лежащую в руинах после апокалипсиса. Как я уже говорил, доступ к этим локациям открывается по мере прохождения основного квеста, но ведь есть еще и дополнительные, которые выдаются различными персонажами. В большинстве случаев целью этих заданий является нахождение какого-либо предмета или убийство особо опасных врагов. Однако следует быть осторожным, ведь разные места в одной зоне могут иметь разных по уровню врагов, так что не удивляйтесь, если ваши сильнейшие удары не наносят сколь-либо значительный урон врагам, уровень маловат. Но интерес в игре представляет не столько суть задания, сколько процесс его выполнения. Как я уже говорил, Metroidvania предполагает на наличие элементов платформера, и Darksiders 2 состоит из этого чуть менее чем наполовину. При прохождении любых локаций вам придется прыгать по балкам, бегать по стенам, подтягиваться за уступы, комбинировать все эти элементы на скорость, то есть в игре присутствует своего рода паркур. Конечно, не Assassin's Creed, но качество анимации и расположение всех препятствий, которые необходимо преодолевать, сделано и построено весьма качественным образом. Другое дело, что зачастую паркур в Darksiders 2 выступает и как часть решения головоломок, которых в игре довольно много. Почти любая квестовая зона не обходится без решения пространственных головоломок. Нажимные плиты, использование бомб, установление баланса, проверка координации и много всего. Почему же паркур это лишь часть решения? Да потому что по ходу сюжета появляются еще и дополнительные навыки. Например, специальная магическая перчатка, позволяющая притягивать мелкие предметы или самому притягиваться к большим. Возможность смерти раздваивать свой дух и управлять ими порознь. Возможность открывать порталы, с помощью которых необходимо преодолевать препятствия. Да даже перематывать время, если потребуется. В общем, наскучить в процессе преодоления трудностей игра вряд ли сможет. Ну и конечно же, для выполнения своих прямых обязанностей... Бледному всаднику доступны хороший набор приемов и оружия. Так как Darksiders 2 имеет большую экшен-составляющую в виде слэшер-элементов, то исполнение прямых обязанностей, простите, боев, также составляет очень немалую часть игрового процесса. Вопреки классической схеме «слабый, быстрый и сильный, медленный удар», в Darksiders 2 деление несколько более размытое. Главное оружие смерти – косы, которые являются быстрыми и мощными, обладают как возможностью точечного нанесения ударов, так и размашистых ударов по большой площади. Присутствуют, конечно же, и комбинации приемов, заканчивающиеся эпичными и красочными ударами в форме жнеца, о которой чуть позже.
Например, простая комбинация удар-пауза-удар-удар представляет собой быструю и мощную атаку для слабых одиночных врагов. Комбинация удар-удар-пауза-удар-удар уже рационально применять против групп врагов, особенно если смерть окружили. Комбинация удар-удар-удар-пауза-удар является самой долгой, но и самой сильной. Также есть удар после уворота, позволяющий быстро контратаковать врага. Комбо в воздухе, однако, следует быть осторожным, ведь более крупные и сильные противники могут прервать не только счетчик комбо, но и анимацию атаки, из-за чего комбинацию придется проводить с самого начала. Но также помимо кос существует дополнительное оружие, анимация атаки которых прерывается только крупными врагами. Более того, при комбинации ударов основного и дополнительного оружия происходят новые комбо-удары с новыми анимациями. В качестве дополнительного оружия выступают тяжелые, медленные, но очень мощные и размашистые глефы, топоры и молоты, которые за удар наносят очень много урона и позволяют сносить сразу целую пачку мелких врагов. Помимо них, к дополнительному оружию относятся перчатки и когти, имеющие очень высокую скорость атаки, выше, чем у кос, но позволяют эффективно наносить урон только по одному, ну максимум по двум врагам. Какое из дополнительных оружий вам больше нравится, выберите сами. Само оружие, как и вся броня, выпадает в виде предметов с поверженных врагов, открытых сундуков или выполненных квестов и помещается вам в инвентарь. Выбирать, какую броню или оружие, а также амулет, увеличивающий боевые показатели, носить, а какое нет, решают, естественно, характеристики предмета. У одних хуже, у других лучше. Например, одни косы имеют урон огнем, другие повышают шанс крита и так далее. Но некоторые особо крутые предметы могут быть недоступны к использованию, пока не получите определенный уровень. Разнообразие внешнего вида оружия и доспехов радует, и, кстати, Darksiders 2 единственная часть серии, где присутствует такая проработанная система лута. Ну и уровень повышается с убийством врагов и выполнением квестов. И каждый уровень дает одно очко улучшений, которые вы можете вкладывать в боевые способности. Например, возможность призывать гулей, помогающих в бою, а при улучшении они смогут поджигать и байтить на себя врагов. Возможность пронестись сквозь врага, наградив его при этом всевозможными негативными эффектами и так далее. Ну и конечно же, одна из фишек серии в Darksiders 2 никуда не делась, а наоборот стала еще круче. Это форма жнеца. Не просто так, видите ли, всадники с обугленным советом сотрудничают, который увеличивает их силу. Заполняя специальную шкалу и нажимая на волшебную кнопочку, всадник принимает свое истинное обличие, становясь неуязвимым и гораздо более могущественным, позволяя за считанные секунды нейтрализовать любого врага, но лишь на время, причем весьма небольшое время. Такая же альтернативная форма, форма хаоса она называлась в первой части, война превращался в огромного огненного демона, и в третьей части ярость становилась королевой БДСМ, но именно в Darksiders 2 она реализована в лучшем варианте. Помимо просто охренительного дизайна формы жнеца, эта самая форма используется в качестве окончательного удара в комбинации, в качестве добивания особо крупных противников, в основном боссов, что выглядит ну просто прекрасно, да и в принципе во время катсцен мы часто будем наблюдать смерть в форме жнеца. Да, пафосно, но мне нравится. В первой и третьей части, ну как бы есть форма хаоса, но как-то и не использовалась она особо. Ну и на всем, что я перечислил выше, конечно же, Darksiders 2 не исчерпывается. Я лишь описал основные и самые классные моменты, за которые лично я готов проходить Darksiders 2 снова и снова. Отличные сюжеты, интересные диалоги, глубже раскрывающие события апокалипсиса, невероятно харизматичный главный герой, которому испытываешь эмпатию, своеобразный и узнаваемый визуальный стиль игры, потрясающий саундтрек, интересные бои и многое другое. Я с 2012 года прошел его 6 раз, и это учитывая, что Darksiders 2 игра весьма не короткая, особенно на максимальной сложности. Все достижения я в ней не выбил, 41 из 50, но, во-первых, я не любитель ачивок, а во-вторых, я принципиально не пользуюсь никакими гайдами, люблю искать все сам, ну и собирательные предметы в игре не отыскал, собственно, все. Однако, прежде чем закончить обзор незабытого шедевра, я бы хотел отметить один интересный момент. Смерть, Рипер, Жнец душ, Проводник душ и прочие его прозвища, связывающие с душами, и что самое ироничное, Darksiders 2 это единственная часть серии,
где решили убрать души. В первой и третьей части Darksiders Genesis есть синие души, которые являются своеобразной валютой. Есть зеленые, восполняющие здоровье. Есть желтые, восполняющие шкалу ярости. Но именно в Darksiders 2, где эта особенность с душами как нельзя кстати подходит образу смерти, они были заменены на золото и зелья здоровья, выпадающие с врагов. Хотя нет, вру. Очень редко из убитых врагов вылетают синие души, но они абсолютно ни на что не влияют, никуда не прибавляются и, видимо, просто остались в коде движка. В общем, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и... This is no place for holes.